Всем привет, друзья! Перед началом просмотра этого ролика попрошу вас подписаться на канал наших друзей, ведь только там самые свежие новости шоу-бизнеса. Ссылочка на канал в описании, друзья. Ну а мы начинаем. Звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов, задержан за нападение на врачей, которые приехали к нему после того, как он потерял сознание. 28-летний артист после съемок в очередном проекте решил выпить дома. Перебрав со спиртным, мужчина потерял сознание. Скорую вызвала его подруга, модель Екатерина Бабкова. Приехавшие медики начали оказывать помощь Емельянову. Тот, придя в себя, напал на врачей. Один из фельдшеров пострадал. Вслед за скорой к дому, где живет актер, подъехали полицейские. Артист оказывал сопротивление и оскорблял правоохранителей. Отец Кирилла Емельянова выразил сомнение в том, что его сын мог с кем-то подраться. Он пояснил, что тот, потеряв сознание, сильно ударился головой, поэтому был не в состоянии кого-то серьезно травмировать. Друзья, подписывайтесь на канал наших друзей, ссылочка на канал будет в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч в наших новых выпусках.